По традиции мы начинаем нашу рубрику с хороших новостей. Катя, которую мы показывали в одном из наших выпусков, наконец обрела приемных родителей. Всю жизнь девочка прожила в интернате, а сейчас она уже дома со своей новой семьей. Меня зовут Максим, мне 11 лет. Меня зовут Алёша, мне 10 лет. Этих ребят мы уже показывали в нашей рубрике в апреле 2017 года. Тогда они только попали в детский дом. Собрали мальчишек из непутевой семьи. Они были как Маугли, не умели разговаривать, боялись окружающих, не знали даже, как играть в игрушки. Сейчас Максим и Лёша заметно повзрослели, и от прежней застенчивости уже не осталось и следа. Я знаю, что вы приготовили нам свои дневники, чтобы похвастаться оценками. Сказали мне воспитатели, что вы очень хорошо и старательно учитесь в школе. Русский 5, ритмика 5, технология 5, музыка 5. Информатика 5, развитие речи 4, математика 5, чтение 4. Молодец. Так, Максим, у тебя давай посмотрим, какие оценки. Где твои пятерки? Русский язык 4, чтение 4, книжки 4, классные 3, музыка 5 и вот 4. Здорово. Слушайте, а когда вы вырастете, вы кем хотите стать? Я спортсмен. Я люблю заниматься спортом и спартакиадой в школе. И я занял второе место по дарту и третье место по легкой атлетике. Я очень люблю делать поделки. Вот это сделано из бумаги и палочки. Я делал еще вот это сердечко из ниток. Когда я буду рядом с мамой, я подарю это сердечко маме. Далеко не каждый родитель готовы взять под опеку сразу двоих детей, но те мамы и папы, которые решатся на такой шаг, получат сразу и любовь, и поддержку в двойном размере.